Рассада земляники садовая Вима Тарда популярна среди садоводов, поскольку практически не нуждается в уходе и имеет высокую степень устойчивости к вредителям и заболеваниям. После посадки нужно регулярно проводить подкормку минеральными и органическими удобрениями, поливать в жаркую погоду. На этом процедуры по уходу завершаются. Для высадки подберите хорошо освещенное свободное место, чтобы поблизости не было других растений. Почва должна быть плодородной и хорошо увлажненной. Растение демонстрирует отличные показатели по морозостойкости, из-за чего его без труда можно выращивать в северных регионах. Земляника садовая Вима Тарда – это многолетнее растение. Земляника прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Весенняя окраска листочков темно-зеленая. Земляника садовая Вима Тарда имеет поздний срок созревания. Плоды земляники созревают в месяце июнь. Урожайность земляника садовая Вима Тарда около 1 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 25-40 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Цвет плода красный. Форма у ягод тупоконическая. Окраска ягод темно-красная. Вкус десертный, мякоть плотная. Обратите внимание, что земляника садовая Вима Тарда, самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.